В России 6 июня, в день рождения выдающегося поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается памятная дата – День русского языка, указ о праздновании которого был подписан президентом России 6 июня 2011 года. В этом году тематическая программа праздника была посвящена российскому кино и великому русскому режиссеру Андрею Тарковскому, 80-летие со дня рождения которого отмечается в этом году в России. В этот день по всей стране пушкинские строки звучат на площадях и в музеях. Сегодня русский язык входит в десятку самых распространенных языков мира. Изучение великого и могучего – обязательная часть программы подготовки космонавтов, отправляющихся на Международную космическую станцию. Отметим, что данный праздник имеет под собой и международное значение. Организация Объединенных Наций также официально отмечает День русского языка, ведь согласно целям программы организации, это способствует культурному многообразию.